В случае начала полноценной мировой войны, главными целями для вероятного противника в первые дни вооруженного противостояния станут силы и объекты российской ядерной триады. Начнем с того, что основные аэродромы базирования наших Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3 давно известны вероятному противнику, и по ним будут бить в первую очередь как высокоточным оружием в обычном оснащении, так и ядерными боеголовками. К тому же до рубежей пуска крылатых ракет экипажам стратегических ракетоносцев еще предстоит добраться. Им придется прорываться через боевые порядки тактической авиации неприятеля, которую тот непременно поднимет в воздух на предполагаемых маршрутах следования российских самолетов. Наконец, они станут приоритетной целью для вражеских комплексов ПВО, морского и сухопутного базирования. Риск для летчиков в случае большой заварушки огромный. В небе спрятаться значительно сложнее, чем под водой или в глухой тайге. Не так ли?